Всем здравствуйте! Сегодня маленькое видео, да, которое я посвящаю нашим снам. Да. Каждому из нас снятся сны, и мне в том числе. На моем примере мы сейчас посмотрим, как взаимодействуют карты Таро со снами, как карты Таро трактуют сны и что они нам дают, какую информацию. Если сон у нас вещи, мы это точно поймем. Если у нас нету никакой информации, мы тоже это увидим сразу. Нас не будут, да, то есть вводить в заблуждение, да, то есть туда-сюда. Сейчас мы посмотрим, к чему приснился мне сегодня сон. Мне просто интересно, да, нес ли он какую-то информацию или нет. Вот, смотрите, что здесь говорят, очень интересно. Сон – это далеко идущее будущее, то есть сон про будущее, да, про мое будущее. И мое будущее здесь раскрывается, и очень интересно, что происходит сейчас, говорят. Сейчас время трансформации, время перемен, и та давящая энергетика, да, усталости накопленной, она мешает двигаться мне вперед. И чтобы я смогла легко идти вперед, чтобы у меня все получалось, мне нужно посетить место силы, место эгрегора. Здесь четко прям говорят, место эгрегора даст мне силы, да, даст мне какие-то возможности. Поэтому что я делаю? Я прислушиваюсь к этому. Но мне интересно, что это за место силы, которое мне нужно посетить? Вот любой бы человек задал такой вопрос, а что это, да? А куда мне идти? Я спрошу, это церковь, либо что-то другое. Дальше, да, я раскрываю. И здесь говорят, нет, это не церковь. Место силы – это место, похожее на остров. Это место, похожее на остров. И я должна плыть, да, на корабле, на лодке к этому месту. Надо подумать. Я еще, ну, на самом деле не знаю, о чем идет речь. Где это место силы. Но пока я раскладываю, у меня в голове уже прокручивается, да, возможные варианты, куда я могу поплыть. Ну, тем более... Океан-то рядом, да, и можно подумать, куда можно попутешествовать, чтобы получить энергию. Также, благодаря этому, мало того, что я получаю силы, здесь говорят, что я могу исполнить какие-то определенные свои желания и начать что-то новое. Новое дело, появятся новые возможности, либо новые начинания, которые впоследствии принесут мне материальные блага. Очень интересно. Я не знала, да, что сейчас здесь скажут, абсолютно. Но мне все нравится. Соответственно, я должна прислушаться. Я должна куда-то поплыть на лодочке. В любом случае, я сяду и поплыву. Потому что я уже спросила, и мне дали ответ, и я должна прислушаться, и, соответственно, получу что? Что-то очень ценное и крупное для себя. Сон был, честно скажу, связан с водой, да, там была вода, но в воде были туфли, да, и туфли были красные. Это было очень странно, и я вылавливала красные туфли из воды. Вот такой был сон. И сейчас это все как бы схлопнулось. Вот так. Поэтому, что я вам хочу сказать. Пользуйтесь своими возможностями, особенно мои ученики. Все, кто научились работать на картах Таро, пользуйтесь. Получайте оттуда информацию по максимуму для себя, для своих близких, для своих клиентов. Все возможно. Даже во снах у нас есть колоссальный, да, ресурс, которым мы можем пользоваться. Вот и все. До свидания.